Есть особая служба отчизне, где герои почти не видны. Они выбрали делом всей жизни безопасность родной страны. Это люди с сердцами горячими, страха в них никому не найти. Не потеряна и не утрачена вера в правду на нелегком пути. Ведь у правды рисунок-то сложный. Только ложь и бывает простой, но для них отступить невозможно. Чувство долга в их крови густой. А бывает, что зло так запрятано за фасадами слов и ума, и террора жестокие атомы прорываются в наши дома, чтоб на помощь вызваться первым, забывая себя и свое, выдают им стальные нервы, и отвагу дают, и чутье. Времена пролетали разные. В каждом времени свой разговор. Были флаги над нами красные, а сейчас вот уже триколор. Только Родина не меняется, и душою навек ей верны не профессия эта, призвание, безопасность родной страны.